из советского прошлого. Торт Кутузов – один из самых вкусных и ароматных тортов. А зная его рецепт, с легкостью можно приготовить в домашних условиях, так как это совсем не сложный рецепт. Добро пожаловать на мой канал. Давайте вместе приготовим. В миску добавляем масло. Взбиваем миксером до осветления. Не прекращая взбивать, добавляем сахар. Добавляем яйца. Добавляем мед и взбиваем до растворения. Соду гасим уксусом. И добавляем в нашу массу. Постепенно добавляем муку и взбиваем миксером. Вот такое тесто должно получиться. Добавляем мелко нарезанные орешки, перемешиваем. На пергаментной бумаге рисуем круг. Тесто распределяем по кругу. Выпекаем разогретой до 180 градусов в духовке до золотистого цвета. Также выпекаем остальные коржи. Вот такие коржи у меня получились. Очень нежные и мягкие. Обрезаем края коржей. Обрезки оставляем, они нам еще пригодятся для украшения. Готовим декор для торта.
Растапливаем белый шоколад. Наливаем на пленку. Равняем в круг по диаметру торта. Отправляем в холодильник до полного застывания. Готовим крем. Подробный рецепт крема есть у меня на канале. Ссылка в описании. Собираем наш торт.
отправляем торт в холодильник на полчаса. Обрезки от коржей измельчаем блендером. Достаем торт из холодильника. Сверху кладем наш декор из белого шоколада, слегка придавливая. Бока отсыпаем крошкой. Растапливаем белый шоколад, красим в желтый цвет. И заполняем им соты. Отправляем торт обратно в холодильник пропитаться. Чем дольше, тем вкуснее. У меня торт лежал всю ночь. Украшаем торт по желанию. Я украшала клубникой и пчелками из мастики.
такой торт у нас получился. Давайте вместе разрежем и посмотрим, что внутри. Выглядит красиво, но еще и очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, включите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А я пошла кушать свой торт. Всем пока!